В Махачкале состоялась презентация книги поэта Фазира Муалима. Издание под названием «В добровольное изгнание» является частью одноименного проекта и включает в себя его самые последние работы. Выполнен сборник полностью вручную, стихи написаны от руки на стилизованные под старину бумаги, склеенные в небольшой том из грубого материала. Такой переплет, хоть и непрочный, зато внимание привлекает сразу. Помимо автора, свои стихи прочитали и другие молодые поэты Дагестана. Сам Муалим объясняет, что поэтическое представление способно лучше передать подлинный смысл стихотворения, а необычный формат издания объясняет просто. Типографские книги, они, во-первых, они не уже ну, не вызывают интереса, что ли, такого сильного. А когда делаешь какой-то перформанс или какое-то представление, это привлекает внимание. Чтобы привлечь внимание, мне кажется, с одной стороны, чтобы привлечь внимание, с другой стороны, чтобы придать новую форму и чтобы продолжалась жизнь.